Ну, даже не забыл. Ну, вон, есть. Ну, это я понимаю, но... Что, побежали? Ну, тут я... Идите, я... Товарищ, чуть-чуть. Да, вам... Я могу с компанией. Ну, давай. Ну, будет очень интересно. Максима нет, поэтому я думаю, мы жестить-то не будем, да? Учитывая, что мы ехали в среду. Да. Нет, в четверг. Ну, в четверг мы вообще тренировались. Приставлю. Сейчас, сейчас. Я носочки подтяну. А помнишь, мы когда соли тренировались, где раньше бегали? Да, 12, я думаю, блин, как я вообще мог это сделать? Нет, в принципе, я могу упереться. Бегу до этого момента. Ну, здесь бегать капец неудобно. Ну вот покрытие. То есть я чувствую это сопротивление в ногах. Да, есть такое. Я сейчас стер свое мега. Да, да. Хочешь? Если хочешь, я могу дать попроще раечка. А? Не жалко. Она ломаная, ее как раз вообще не жалко. Мне тоже ракет, который не жалко. У меня тут есть две ракеты, которые не жалко. Так, что мы будем делать? Попробуем или... Можно просто... А, давай, так, давай к сучину. Палец. Давайте попробуем отключить. Иди, просто иди ты там, а мы здесь. Не, к заведомо слабый. Вы же вообще не это... Давайте, идем. Да вообще. Идемте, идемте сюда, сюда. Типа, команда в пол. Да, мы будем писательно на кадр. Ой! Секунду, как летит? А, нет, я об этом и говорила. Поехали. А сюда нормально. А прямо... А, нет, летит. На назад, на назад отходить будем, мы бить. Назад. Да, я просто хочу что-то отступить. Сказал, каким образом отойти назад. Вот, чтобы все увидели. Он полубоком отходит, не задом, не спиной, а боком пытается отойти. Не, ну это мы еще, мы сейчас чуть-чуть просто ступнем пару раз. А потом любимые наши, это валаны по точечкам. Вот это вот все. Слушай, Олег, ты, кстати, во вторник вообще шикарно. Да ладно. Вот правда, отлично было. Вот, вот прям.
снимать или нет? Бей! Не, вот нужно на такси отбить, если хочешь справа отбивать. А так не пойдет. Ну ладно, я предлагаю сейчас и начать. Отпустим? Да, она поднимает. Ну, по крайней мере, моя. Оставляем чуть-чуть. На голову. Сейчас все покажем. Смотреть, испытывать нашу. Как? А, господи. Вот изначальная идея собрать всех с центра, а потом расставить обратно. Ага. Но надо делать это правильно. Да. Я сниму шорт. Короче, как это называется? А, коллективный разум. Вот, что мы тебе коллективным разумом мы тебя научим. Да, мы сейчас стоянем напротив друг друга и пытаемся это сделать правильно. Ага. Я на видео. А потом ты. То есть? Да, мне стали идея, что мы бежим туда, да и выпадаем на правую ногу, и сюда выпадаем на правую ногу, и сюда на правую ногу. То есть все движения? Самое положено назад бежать. Последний шаг, он всегда заканчивает, то есть приходишь на правую ногу. Ага. Да-да, и назад, когда ты бежишь, ты смотришь, отойди тебе на блоком, то есть ты не пятишься назад вот так. Слушай, на самом деле, вот когда вот это, в свое время Макс сказал, что вот налево, это... Налево. Нет, то есть вот бежишь, и потом разворачиваешь. Это типа, я так понимаю, следующий уровень, когда ты назад уже нормально именно дойти не успеваешь, все равно ты же потом спиной фактически. Ну, все равно, ты держишь, вот так так же проходишь. То есть у тебя все равно одна на да. Ну, вообще да, плохо. Ну, в общем, лучше смотреть на Константина, вот, как он делает, так и повторять. Ничего. Раз, два, три. Теперь вставай. Вставай. Будем медленно с тобой идти. Левую руку, она у нас вот так. Вот. Короче. Вот. Я сейчас буду прям как надо идти. Ну, поближе чуть-чуть встань. Посмотри. Идем туда, да? Тянемся туда. То есть вот от тебя до этой точки. Условно линия, да? И ты вся должна быть в этой вот плоскости. Ты, соответственно, вот. Соответственно. Ну, только два шага в целом делать. Ну, два, три. Там. Короче, так. Так. И так. И смотри. Нет, я понимаю, мне ног смотри не хватает. Ну, вот. То есть. Суть в чем? Когда ты приходишь, у тебя правая нога по-прежнему на этой линии. То есть ты делаешь выпад.
левая нога. То есть мне на третий шаг нужно дойти до той линии? Нет, не до линии, тебе нужно встать так, чтобы ты дотянулась до валана. Ты можешь и отсюда, если ты дотянешься до валана, прямо отсюда это взять. Не боком. Вот. То есть, раз. Прям повернись немножко туда даже. Можем, да. То есть можно сюда. Правый шаг, ну, соответственно. Раз, два, три. Нет, стой. То есть ты можешь, ну, вот. Вот так. Так, центр тяжести вперед. И ногу чуть-чуть вот так. Вы хотите, что ты тут же не соответствует. Вот. То есть теоретически в какой-то момент, если слишком далеко, то есть вполне вероятно. Ага. Вариант, что ты себя заберешь. Вот. Не. Центр тяжести направлен. Стой. Чуть-чуть согнуть. Вот. Потому что потом, да, ты ногу подтягиваешь, вот, и вот так немного идёшь. Угу. Давай, теперь сюда, уже сама. Да? Да. Тоже справа? Главное, не с какой ноги начать. Главное, на какую прийти. Вообще справа, вообще с правой. Если ты начинаешь отсюда, ну, оно у тебя само автоматом будет справиться. Да. Ну, вот. Так ты прошел. Раз. А, стой. Вот, поняла, почему ногу ставить надо? Не вот так, не косово. А, вот. Центр тяжести на ней. На нее можно было опуститься. Вот. И стой. Потом, когда поднимаешься, ногу вот эту подтяни. Да. Зачем это делается? Вкратце покажу. Смотри, вот. Вот, ну, у меня просто так. Вот это мутинца кнопка. Видишь? Вот, порвалось. А когда ты вот подтянула, уже сложнее не испортить. Не суетись, спокойненько так. Спокойненько. Пришла. И спиной возвращаешься назад. Давай. Еще, ну, сейчас мы все порефицируем, да? Давай. В каждую сторону. Давай, теперь вправо. Вправо. Где у тебя право? Ну, вот у меня право. Вот. У нас 6 точек. Фактически это 6 самых важных точек поля, куда полетит фалан. Давай. Это для правши, да? Непонятно, как правша идет вправо. Я к тому, что вот. Блин, сейчас. Вот тут у нас видите, правша идет. Он просто электрический, ему сложно показать, смотри. Вот, когда идешь туда, ты делаешь один шаг, и вторым шагом ты выбираешь. Вот. Один приставной, и один отправляешь. А мне кажется, скрещивание, потому что ты так много дальше. Можно скрещивание, да, сделать. Ну, это на случай критической возможности позволяет. Можно, в принципе, два раза. Если ты одну не достаешь. Ну, то есть два приставных или скрещивания, ну, это как ты сможешь. Смотри, давай. Берешь валан. Ать. Да. А развернуться туда? Ты когда ставишь, тебя, тело должно вот... Я вот так поставил. Ладно, чего? И руку баланс держишь. Ну то есть, не перейди, ты не просто... Пошли, на то, что жаришь. Ага. Давай. Еще. Так. Оп. Руку подними левую. Вот. Хорошо. Да, класс. Да, вот. Теперь влево. Туда вообще можно буквально за один. Одно. Тебе можно. Тебе можно. Вот так влево. Вот так вот разворачиваешься. Вот. Потом уже возвращаешься обратно. То есть, если ты разворачиваешься, тебе нужно правую взять. Правую у тебя справа. Левую ногу ставишь. Нет. Сразу. Поставил ногу. Да прям сразу можно развернуться, тебе хватит. Все, разворачивайся. Хватит. Ну, это просто сейчас место. Ну, когда ты в движении, ты просто выйди на нее сильно. Ты сейчас просто без движения, поэтому у тебя не хватает инерции, чтобы так быстро двинуться. Опять же. Чуть-чуть поднимись. Ну, типа, на корточки садиться не надо. Да.
Просто если ты сядешь на корточке, то ты там ломаешь себе что-нибудь или вывихнешь. Или просто не встанешь. Да-да, ну и встать потом будет очень сложно. Ну да, скорее всего. Магистральная идея просто сделать выпад, большой выпад. Да, можешь сейчас попробовать. То есть корточки почти что ни в одном устанете. Вот так, чтобы типа... Можно левую ногу на лабок стравить. Вот у меня вот здесь вот, видишь, заклеено. Это не просто так, потому что не останавливаю. Вообще ее вот тут прям, да. прям я тащу ее. Собственно, есть, оно вообще стирается. Там дистальная идея, что я ее тащу. Вот. Так, сколько я тебе там говорю, а потому что если ты поставишь или... вот так, то тебе будет больно. Ну, в любом случае тебе будет больно, если ты выпадаешь с кем-нибудь. Ну, это на самом деле автоматически должно, наверное, кем-нибудь работать. Просто, ну, потому что тебе неудобно. Сюда. Поворачиваемся. Сразу видишь, как у меня нога смотрит? Да. Ну, идем. И снова вот как сюда, так и да. Хоп. Так. Потом отталкиваемся и поворачиваемся. И идем сюда. Пойдем на две ноги. Да. И потом поворачиваемся. Идем туда. Вот налево самое сложное. Ну, это ему самое простое, а нам самое сложное. Я честно, когда иду назад, я задом не пять, я тоже поворачиваюсь и делаю. Ну, вот я вот сюда туда делаю, я сделаю несколько самых шагов. Я все равно разворачиваюсь и делаю несколько шагов. Ну, то есть я вот не делаю вот так, потому что я стопудово валюсь там где-нибудь. Где-нибудь там в середине, там куда-нибудь все наступлю, вот буду валяться и вопить. Когда вполне вероятно, это неправильно. Слишком низко, это тоже нехорошо. Вполне вероятно, это неправильно. То есть, ну вот, да, встаешь, идешь. Я не проще, как Олег показал. Ну. Идешь, я тоже группу не смогу. Так, тогда вот поворачиваешься. Потом, смотри, левая нога идет за правую. Да, абсолютно верно. Так, и опять вот то, что как туда. Угу. Не, на самом деле это важно. Да. Потому что вот так ты садишься и улетаешь. А так выбиваешь себе, собственно, здесь сустав, тебе будет больно потом ходить. А здесь еще и очень вкусное покрытие тоже так себе. Да, тебе придется новые штаны покупать там. Кожу, зубы. Пластырь. Вот. То есть вот, это твой упор, вот именно, который не дает тебе завалиться. Да, причем можно сильно не выпадать на всех обучающих видео, то есть там они выпадают только до 90 градусов. Ну, да. То есть они не делают вот эти вращения, которые не обязательно там начало делать. Оно само просто потом начинается, когда валан далеко, а ты блин. Ну да, да, да. Так что давай сейчас попробуем. Главное, что... Давай попробуем все. Вот. Ну, сейчас этот соберет и все. Да. Ага. Ну да, еще ну как раз, да, ну главное, чтобы финальный шаг был, вот, чтобы ты выпала на правую ногу. Подай. Ага. И стой, опять, вот тут она, туда понизь. Санич, да. Все, и обратно. Все. Ну а теперь все вместе давай. 20 секунд на цифра. Максимум даже 30 секунд не выбегает. Да нет, он говорит, что 30 секунд это не выбегает. Слушай, у меня... 20-28. Не, но у него, знаете что, а у них, по-моему, 25 секунд. Он, наверное, как-то... Да? Ладно, ну, давай. Короче, 25. У меня было как-то вот почти 30. Жги. Низ, главное, не торопись. На правую ногу приходишь. На... Не косолапить. Вот так вот не надо делать. Так удобно. Пусть попробует один раз сделать это, как она может отжать. А потом мы рассмотрим все. А почему нога сзади? Почему не вот так? Не знаю. Мне кажется, по-моему, вот. То есть я сам. Ну то есть ты стоишь. Ну вот точно я могу вот это сделать. Ну это. Да, вот. Ну, немножко не хватило, да, давайте сейчас. Просто побольше энергии, больше инерции будет, ты сможешь больше пройти за два шага. 200 рублей, да? Да, вот, вообще за два шага мы уже прямо сетку самую.
Все, бери его обратно. Ставишь в центр. Назад нет, спина. Да, так, мало. Просто нет. Спину. Да, вот нормально. И центр дальше. Вот, вот центр как раз на уровне этих валанов. Задача прийти туда направо. Ну, с какой начнешь, так уже другой вопрос. Чё-то не то. Повернись и не вот так, не вот так ходи, а наоборот, выверни. Представь, что... Как я хожу направо? Я к левому выделу. Я туда прыгну. Да. Да, то есть я на самом деле здесь делаю первый левый. А я тоже делаю, то есть так. Нет, ты когда на право идешь, ты делаешь первый левый. Не то, что у тебя. Это? Да. Вот мне сюда неудобно, то есть вот сюда я делаю правый. Угу. А сюда я делаю левый. Я здесь представляю, я просто вот как. Туда делал? Как ты когда делаешь баланс слева? Я слишком много шагов делаю. Если я иду туда, то мне нужно справа и слева, потом еще раз направо. Я, в принципе, за два могу. Ну, вот видишь, оказывается, тут еще всякие антропологические, физиологические штуки. Тебе? Просто мы про обшивку, у нас немножко по-другому. Ну, собирай. Мы повернись к валану. Неправильно повернулась? Не довернулась, но все равно идет вот вам. У меня нога уже даже, смотри, нормально. Чтобы пытаться сделать так, чтобы... вот ты сейчас пытаешься поставить прямо, но тебе так. А ты пробуй тогда ее ставить вот так. И ты когда будешь делать, она сама у тебя постанет прямо. Только это шпагу в руки. Да, на самом деле. Да, шпагу в руки. У них на самом деле абсолютно такие же движения у нас. Все, в центр. Ну, такие же движения. Прям повернись к балану. Не, вот я могу рукой тебе на баланс, чтобы ты не завалилась туда, не упала туда. Прям стой. Сразу повернись вот лицом туда. Да? Эть? Ну, правой рукой надо думать. Хотя развернуться на 180 градусов придется. Левая нога первая и в один прыжок. Вот, класс. Ну, все равно у тебя таз туда заваливается. Ты когда отворачиваешься, ты разворачиваешься. Когда ты вот так вот разворачиваешься, тебе уже куда-нибудь забьют, потому что у тебя теряется концентрация. Ага. Вот. Ну и назад теперь. Слушай. Первый шаг по направлению к валану. Все норм, да? Прямо вообще нормально. Нет, очень много шагов, просто нужно побыстрее немножко, тогда нужно будет меньше шагов. Первый шаг по направлению к валану и вперед. Блин, я сейчас сам пытаюсь сделать. Давай. Я вот сейчас сам попытался сделать, я первый шаг это, а потом опять. Да, норм. Ага, вот, поправил. Да, класс вообще. И теперь обратно. Обратно. Где ты наделал эту сторону, думаю, где-то. Давай. Чем быстрее, тем лучше. На левую нельзя. Давай, закругляй. Спиной. В принципе, два шага будет достаточно абсолютно. Ну, я не знаю. Ладно. Ну, один... Ну, такой. Вот, да, все. Окей. Кстати. Там, ну, да? Я видел... Короче, видео какое-то было. По-моему, вот, кстати, ты заметила, что ты сначала делишь вот так, потом вот так. Ага. А ты сразу повернись туда. Ага. Помнишь, как ты меня руку начал держать? Угу. Как я упорно первый раз держала ее вот так. Угу. Ну тут то есть магистральная идея, что ты когда идешь туда, ты слева, только ты налево устала, тебе сразу нужно вернуться и пойти туда. Дальше уже можешь приставными какими угодно туда доползать. Так вот, короче, видел я там. Я не помню, кто показывал, как она делала.
Так, девочка какая-то. Нет, нет. Повернись нет, больше туда, больше. Неправильно. Больше повернись туда. Прям сразу налево встаешь и разворачиваешь на 180. Ты должна спиной ко мне стоять. Сейчас? Нет, нет, сейчас. Ну не сейчас. Когда, вот когда ты сделала на... шаг. Да, сделала шаг, разворачивай сразу. И развернула. Вот, все, классно. Ага. Нет? В другую сторону разворачиваешься. А то голова закружится и вверх не сдраться. Я головой-то все понимаю, сделать не могу. Ну, мы для того, чтобы стоим. Мы просто много говорим. Так вот, как она делает? Она делает так, так, так. Через кружок. Ну, да. Ну, просто если ты прыгаешь, тебя тратить гораздо больше сил. Вот я прыгаю, у меня гораздо больше сил тратится. На самом деле, ну, потому что я не могу рассчитать, в голове не могу рассчитать. Вот, поэтому нужно в одной плоскости быть, чтобы у тебя, чтобы тебя не заваливало. Все, разворачивайся, мы потом. Разворачивайся в другую сторону, разворачивайся. Да, это, это через левый плечо, по-моему, называется, разворачивайся. Все, отдыхай. Пока мы делаем, ты отдыхаешь. Потом... Да, и смотришь, как Константин это делает. Я могу как врача делать, попробовать. Не надо только настроиться на это. Раз, два, три. Вот и мне как-то так же. Я на правую ногу делал. Не знаю, но поэтому и говорю. Давай. Да. Все уже, да? Ох ты мой. Вот, казалось бы, да? Что вы можете что-то не воровали. Сами стали здесь. Какие-то интересные моменты вы заметили, которые... Да, классно, абсолютно верно. Но только у тебя она все равно немножко схолапит, если ты вот так вот поставишь, то будет проще встать и выпрямиться. И еще, смотри, ты делаешь фактически приставные шаги, то есть ты делаешь вот так. Да. А попробуй. Чувствуешь разницу? Попробуй отталкиваться левой ногой и правой. Я боюсь, что у меня там ноги запутаются и... Ну это очень сложно. Подожди, на ту сторону. Да, вот в эту сторону, в принципе, можно делать просто два шага. Не... Да. Это на самом деле, не знаю. О. Да, нормально, абсолютно. Ну, уперлась. Вот, кстати, когда приземлился, у тебя с точки зрения баланса было идеально. Ты когда выпадаешь, чтобы не садиться, тебе нужно быть в таком же положении, только повыше. То есть абсолютно ничего страшного, если ты выпадаешь, ты как бы можешь взяться левой рукой, если тебе удобно. То есть смотри, ты когда вот сейчас делаешь, ты вот в какой-то момент вот вообще приземлился. Ага. С этой точки зрения, тебя с точки, ну ты же не заваливался, ты, наверное, не направо. Тебе надо, соответственно, тот самый вот повыше. А повыше я перевернулась, наверное. Нет, в том дело, что выпад сам по себе, ты заваливаешься. У тебя то есть ты не так делаешь, а вот так. Попробуй таз к сетке, тазом к сетке тянуться справа и от сетки слева. Число достанет человека, даже я не понял. Ну, Оля. Так, наоборот, она же... А. Когда она к сетке идет, то вот так. Ну да. И, соответственно, когда она вот к сетке, да? Ты, когда выпадаешь, если ты вот так вставишь ногу, то ты можешь вот так вот сесть. А вот так вот садиться не надо. Тебе нужно сесть так, чтобы оно у тебя было на одной линии, чтобы ты могла оттолкнуться потом. Чтобы ты с такого положения встать. Прекрасно.
Нет, попробуй сделать, тебе удобно. А, сейчас вот. Сейчас, подожди, где там секундомер? А где? Так, ну. Тебе похоже. А, нет. Давай. Готово? Поехали. Давай, давай, давай. Ну, на скорой сделаем. Да, сейчас. Давай, быстро. Беги, беги. А это направо ногу, надо было. Ну ладно, возвращайся, ставь, ставь. Ага. Разворачивайся, но нужно сразу с левой ноги. На левую стоишь, сразу разворачивайся. Ой, блин. А, нет, вперед можно просто как обычно бежать. Классно, вообще замечательно. Отлично, да. И теперь обратно расставлюсь. О, у меня ноги запутаются. Как вы это делаете так быстро? Спиной, спиной возвращаться. То есть ты должна возвращаться лицом к сетке. Обязательно вот сюда возвращаться? Да. Да. Там валан стоят. Давай сразу, давай обратно. Мы на скорость делаем. На время. Хорошо. Если она сможет это сделать по времени... Нет, нужно сделать шаг. Вот, да. Сделала шаг левый, развернулась и выпала. Так, вот выпад в сторону. Давай, беги обратно, давай. Давай, 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 давай. Ничего там страшного не было. Мы когда начинали, вот я потом начинал, я вообще это ужасно делал. Я правда сейчас просто делаю. Скажи мне о моих пяти минутах хотел сказать. То есть смотри, ты вот как делаешь. Вот так. Ага. Надо вот. То есть в момент выпада у тебя, грубо говоря, ты должна пытаться. Ты, ну вот, смотри. Вот я беру валан правой рукой. У меня левая туда, правая туда. И корпус вот. Видишь, условно можно в плоскость меня все запустить. Вот. Не вот. Я говорю, тянись тазом, когда стоишь, когда берешь слева. Ну, тянись тазом от сетки. Впереди. Чтобы он у тебя был впереди, а не вот так. Да, чтобы он был под тобой, а не за тобой. Просто если он за тобой, то значит, что ты вот так, и тебе тут нужно обратно возвращаться, непонятно как. Тебя никто не оттолкнет. А ты хочешь затащить? Интересно, есть 40 секунд, выбегу. Давай. А давай, я сейчас куда-то верну. А, давай, давай. О, давай. Скажи, тогда на старт него не может. Ну сколько? 35, 36. И пока мы тут дышим полностью. Попробуй, знаешь, как делать сейчас? Просто вот. Надо делать не вот так.
левой ногой тоже надо отталкиваться. То есть... приставные шаги, да? Вот. Это приставные. Но нам надо делать не их. Нам надо делать, чтобы каждый ногой отталкивался. Так. Вот. И таз налево все время. Давай, все. Налево, да, или направо? Клячу, грубо говоря, попку не отклячивать. Да. Вот, грубо говоря, на середине не отклячивать, и все. Таз влево и вперед. Так? Да? Да. Ну-ка еще раз покажи. Обратно я на тебе поеду. Да, да, вот оно. Так ты обеими, вот потому что вот ты одной ногой отталкиваешь. Ты ехал на ней. Кстати, насчет обратно. У тебя есть что-нибудь? Ой, нет, я сильно уехал. Я падаю под гравий. Ага. Все, вот пока. А мимо там не так, нет. Я поеду по отвёртке, да, и... О, супер, спасибо. Все, погнали. Баланс. Давай, там, разобрать и собрать. Три эти захода. Да. И попу вперед. Не назад, а вперед. Сейчас. Не, вот бадминтон, на самом деле, очень сложно. Очень сложно, маленько отдышаться, а? Нет. Давай. Готовься к максимуму. Да, потому что ну что. Ну я попсу пойду вместе через три. Давай. Нужно отдышаться, нужно прямо там. Вот, почти. Вот хорошее движение было. Давай. Скорый, давай. Раз, два, три, обратно. Не отдыхаем. Сразу пожми. Вперед. Да не могу я ее вперед. Но разворачиваться нужно с левой ноги сразу. Сразу, да. Бегом, не стоять. Опять приставные просились. Тут места было. Не очень много. Вот, отлично. Все нормально было, иди. Что остановилось? Я не знаю, мне было что-то не так. Развернись. Это, пытайся еще больше разворачивать, больше часовой. Ну, обратно. И обратно. Больше разворачивайся, больше часовой стрелки. Больше скорости. Говорит, Макс, а теперь время ускорится. Да, не стесняйся, коряс. Серьезно, просто... да? Развернись. Не издевайтесь, Макс. Только хотела сказать, интересно, как у него будет. Сразу разверни. Повернись корпусом. Таз поверни. Да, давай, вставь. Таз смотрит на валан. Не боком, а тазом. Приходим на третий, давай. Раз, два. Повернуться надо бы, Игорь. Давай. Два валана осталось. Два. Почему именно на правую? Потому что она у тебя сильнее. Потому что ты когда будешь отбивать, ты, если ты уперлась налево, ты не сможешь отбить нормально. И потом развернуться. Да, потом развернуться. И теряешь баланс. Когда у тебя есть время на баланс. Да, вот. Ага. Как, не так. Когда ты держишь баланс, у тебя есть время. Потому что баланс потерял, а пока ты его там восстанавливаешь. Время уходит, соперник уже сыграл, а ты еще там пытаешься стать. Ну что, мы... Ты живой? Еще пару? Не, я думаю, мы же это... Да, ты как, ты живая? Я живая, да. Вот. Как?
Макс бы как делал? Он бы пошел от сетки назад. Сначала по одной, потом по другой стороне? Нет. Как от сетки назад? Потому что упражнение с Маланом начал бы. Сначала упражнение в сетке, а потом сзади. Зачем бежать? Но у нас все самое интересное впереди. Мне кажется, что без высокодолета в бадминтоне вообще решительно очень грустно. Прям пипец как грустно. Чего? Высокодолетный. Покажем. Так не смешно выходить. Высокодолетный показать? Давай, попробуем потренироваться. А мы тренируемся, а мы видишь, что ли? Попробуем плавить. Ну, в принципе, можно и разноем. Нет? Или хочешь? Сейчас покажем, да. Я бы упражнение поделал. Да, хорошо, давай попробуем. Вот смотри, высокодалекий, суть в чем? Перекинуть через всю площадку на заднюю линию. Вот. Это очень легко. Ну не это. Да. То есть вот это высокодалекий. Без него в бадминтоне, ну очень грустно. Прям пипец как грустно. Я не могу попасть. Потому что если не добиваешь, то получается вот так. Или... Это надо, чтобы было не такой далеко. Да, высокой. Ой, прости. Вот. То есть вот это высокодалекий. И мы сейчас. Давай попробуем. Я просто сразу Маланьев бы набрал. Я просто Маланьев бы набрал. А, ты хочешь прям покидать? Давай. Прям покидать. А ты сможешь? Ну, с какой-то быстро не смогу, но что-то смогу. А с печкой мы можем пополам поднять. Определите, будете взять в два раза быстрее. Не надо. Сейчас гораздо быстрее не надо. Смотри. Ну, с той стороны нужно продавать. Я просто думаю, как бы занять двух человек сразу. Не надо. Давай. Смотри, встаем, то есть... Не, Олег, я думаю, ты лучше пока. Просто потому, что мне надо... Да, давай, когда отбиваешь высокого далеких, ты начинаешь с центра тоже. Уже пытаешься отойти назад. Входишь боком. Не пытаешься искать назад, вот так вот отбить. А у тебя универсальная идея... Еще повернись. Прям боком... Да, прям боком. Ты прям разворачиваешься боком, вот так вот, смотри, я отвернулся. Вот. Еще назад, ну, а левый вперед. Вот. Да, то есть магистральная идея, что оттуда ударить же, тяжело. Просто вот если ты уткнешь, то он упадет в площадке. Если ты уткнешь просто так, он упадет в площадке. То есть ты когда отходишь, ты смотришь на него и показываешь на него рукой. Кто-то он у тебя рядом, ты бьешь и делаешь шаг вперед, возвращаешься в центр. То есть ты делаешь на этот отход вообще, вот я вот так встаю. И ты показываешь рукой. Ну, попробуй от себя. Как-то вот так. Да, то есть если ты показываешь на валан, показываешь на валан. У тебя ракета как малолоток. Видишь, где у меня ракета? Видишь, где у меня ракета? Ага. Вот. Ты же ударил, пошел вперед, встал здесь. Смотри. Смотри, вот камень какая-нибудь бросал. Разворачиваться направо. Сейчас, подожди. Направо. То есть специально, чтобы ударить сильно, тебе нужно отвести локоть. Ты бьешь им локтем, то есть у тебя локоть сначала дело идет, а потом... Смотри, то есть... То есть вот, бежать. Стой, пока ты меня не вымыл руку. То есть... Вот так. Да, ты пытаешься ударить локтем, а потом только наносишь руку. Нет, сначала локоть внизу. Вот смотри, локоть. Стой! Не вот так, а вот так. Так? То есть магистральная идея, что у тебя рука, у тебя она вот так держит. Да. То есть ты держишь не как сковородку, и держишь вот так, потому что когда ты будешь его наносить, она у тебя развернется.
сама по себе. Не останавливайся. Вот. Да. Рука, после удара идет вот. И сама разворачивается. То есть, ты когда опустила, да-да, вот, ты прямо оттолкнулась и пошла вперед. Вот, вот, я тебя держу. Поняла? Ты оттолкнулась и пошла вперед. Да? Да. Нет, зачем ты эту новую руку поднимаешь? Она у тебя не поднята. В этом никакого смысла. Нет, не надо ее поднимать. Центр тяжести у тебя весь на правой да, ноге. Да, ты. Весь на правой ноге. Вот, вот этот момент. Видишь, я встал тут, вот вообще. Тут у меня нет, вот она, вот так вот она висит. Угу. Висит, и я ударил и пошел. То есть я еще и отталкиваюсь, я еще и на бой добавляю мощь. Теперь то же самое, но быстро. Левую руку тяни. Все, нормально, пойдет, да, давай, левую, давай. Только левой рукой тяни, вверх. Ты же баланс сверху. Давай. Раз. Кидайте. Я буду отбивать. Да. Попади в минус. Вот. Целься в Олега. Да. Целься меня, я попробую тебе отбить. Можешь сразу чуть-чуть назад отойти. И чуть-чуть на ту половину. Не-не, зачем ты на него сидеть? Вот он на самом деле у тебя должен впереди, ты показывай прям рукой на него. Ну вот если он у тебя будет здесь, ты как бы в него не попадешь. Сгони его. Прям сгони на него. А что, все нормально было? Я не знаю. Я никак не тянул. Развернись, полностью развернись, когда это идет. Вот, о, ладно, замечательно. Хорошо. Ой, не дадим. Слышь, давай. А назад. О, вот запомнил вот это движение? Вот сейчас. Сейчас было нормально. Ой, прости. Не надо его отбивать, не надо. Отлично. Пораньше. Не вот так, а вот. Не надо тянуть, надо еще и ногу поднимать зачем-то. Ты что, для чего это ногу? Так удобнее. Давай. Не увижу. Смешно, пока он отдыхает, давай. Смешно попить. О, или давай попробуем. Смотри, давай лучше высоко тогда увидеть, как надо, тогда будет копировать. Если просто нужно увидеть, как копировать. Мы можем один побить сейчас. Просто. Да, вот. Давай просто один побьем, она увидит, как это надо делать, и у нее будет понимание. Давай, пару попробуем тоже на время. А чего было, что походили? Просто один баланс, но не опускается там пару. Давай. Ой. Ой. Вот так все. Классный вид. Нифига себе, силен. Как я думал, что я здесь зовут. Ой, красиво.
не добивай, ты что? Я их не добиваю. Ай-яй. О, нифига себе. Да что? Я, конечно, понимаю, что я не добил. Сорян. Они прям правой ногой отталкиваются вперед. Ты отойди подальше, ты стоишь очень близко. В смысле? Не близко. Нет, нормально. Ты какая разница? Мне главное назад тебе накинуть. Нормально, давай. Пораньше, порезьте. О, почти. Классно, классно, хорошо, все правильно. Разверни! А я. Смотри, пожалуйста, кто твала. Далеко прийти. Ой, краски. Не-не-не, бери. Лично. Хорошо. Ровно пора. Вот! Отлично! Ну, вот это... Вот. С тех пор ничего не поменялось. В смысле... Ой! Пойдет? Вот! Парите и вперед! Направьте его вперед! Попробуй, прям ударило и вот встанет у нее вперед. Ты это ходишь, показал ему, куда я пошла. Вот. Ой, не бери. Давай. Как порезче, порезче. И вперед направь его. Не вверх. То есть ты вот так его бьешь, он у тебя летит вверх. Ай-яй-яй. Я по нему даже не попадаю. Поздно потому. Сейчас. Давайте мне еще два. Мне еще два. Ага, и теперь вперед его направить. Вот. Это именно то, что нужно, только лично. А сейчас как раз положим. Это нормально. Все когда-то начинали с 20-го. Ну, на самом деле, мне каждый раз даже в этом управлении все равно важно возвращаться на центр. То есть, если ты ударила,
встал на две ноги. То есть это такая ключевая вещь, которая она у меня вот нет. Константин тоже не очень есть. Но это важно. Но это офигенно важно. Все, кто играет нормально, профессионально, они каждый выход делают через центр, как мы делали. Так, каждый этот удар, и в зависимости от того, что тебе нужно отсюда, вот тут куда бежать, он бежит, он останавливается и потом добегает до отсюда. То есть вот если вы замедлили, если вы посмотрите, они побежают, они знают, что такой вот центр нужно сделать. Да, вот. То есть они не знают, сколько шагов отсюда нужно сделать, вот, но знают, что это центр. У них уже на платформе. Вот. Я точно помню один розыгрыш, в котором Ильинданчик 100% не через центр. Ну, может быть, короче, да, красный. Он же, кстати, все завершил карьеру. Видите, то есть он сыграл поставку здесь. Ли Чон Вэй ему вот в тот угол закинул. Он ломанулся и вот успел сыграть да. Розыгрыш в итоге. Ну, короче, да, нет, не человек, зеленый пришелец с Марса, на него не надо смотреть. На него надо смотреть, и надо быть таким же. Все, еще одним баланчиком включишь? Давай. А ты пока, да, подожди. Да. Че тут три баллончика оставили, зачем? Они хорошие. Ой, это аут. Ой, не добил. Да блин, ты что не добиваешь? Теперь подставочка. Ну, подожди. Давай я покажу пару.
То есть, ну, на мягкие сами видишь, что это примерно то же самое, что мы делали, вот когда бегали, вот тут, вот тут. У нас магистральная идея подойти к середке с вытянутой рукой и с рукой, которая балансирует сзади, вы выпустите и отбросите его, чтобы он перекинулся через сетку и упал здесь рядом. А второй же где-то не там, да? Не-не-не, все здесь. Соответственно, здесь мы его ловим вот так. Магистральная идея, не надо проводить ракетку снизу, она у тебя всегда глядит. Она всегда у тебя здесь. То есть ты тянешь, то есть тебе не надо делать много шагов. Вот что вы видели, да. То есть вот так. Вы сами видите, тебе нужно просто подставить, чтобы он на него ударил, и он не валился. Посмотри. Ладно. Чуть-чуть повернули, то есть вот. Видите, он сам перелетает. Они ничего не делают. Просто подставить. Но потом и называется подставка, что летает. И вот здесь точно что так же у тебя. Собственно, вот ты пытаешься не опускать вот так вот ракетку, вот так вот не делать, вот так тебе не надо делать. У тебя вытянута абсолютно ракетка, еще Макс говорит, что вот немножко нужно в вот эту вот сторону, чтобы он вот вообще вот так вот пришлось. В принципе, если ты будешь на вытянутой руке делать, то уже будет. Вот. Главное, если ударил, вот так не делать. Куча сил тратится, и вот здесь ты будешь где-то вот здесь его ловить. То, что ты провела здесь, и вот здесь ты не поняла, все пропало. Ракетка на уровне глаз. Ты должна смотреть мне через ракетку. Два. Я по-доброму люблю. У тебя будет гораздо проще. По сравнению с Максом я и сейчас тоже не очень. Ракетку опускать не надо, она всегда сверху. Вот поэтому я говорю, что нужно разворачиваться. Как раз это именно то, что у тебя шанс, и это именно... Ракета всегда перед лицом. Все. Вот она всегда вот так. То есть, когда ты здесь, она и здесь, когда тут, она вот здесь. Короче, предплечья нет? Нет, плечо. Готово? Ракетку? Нет. Ты готова ракетку? Ты можешь начинать туда движение. Вот, класс. Только на правую ногу. Да. Нужно приходить всегда на правую ногу. Вот. Только не надо. Просто. Не надо убить. Вот. Попробуй теперь после стопы чуть-чуть вперед направить. То есть не высоко. Прямо. Прямо.
Еще, в принципе, можно взять на чуть-чуть дальше, так тебе будет проще дотянуться. У тебя плюс 30 сантиметров. Это все-таки это важно. Не стесняйся. Почти. Вот. Все правильно. И не надо вот прекратить. Ну, типа упражнение закончилось. Поэтому они летят так. Ну и плюс, да. Поэтому они практически сразу вниз летят. Они отскакивают. Тебе пока просто нужно... После момента, да? Освещение. В смысле, загадывать? Загадочное. Загадками. Вот хорошо рука, вот сейчас вот правильно. Еще плечо немножко вот. А плоскость чуть-чуть. То есть не вот так, а вот. Примерно, да. Ой, сорян, я забыл. Ну и сделай еще шажок, не жадничай. Классно, вот справа нормально прыгаешь. Сделаешь шаг правой ногой. Пойдет. Чуть-чуть повыше и вперед.
еще шаг. Не надо упираться рукой на бедро. Вы обе руки. Подними бедро. У тебя рука, но тебе нужна, чтобы тебе не упасть куда-нибудь. Нет, не надо ее в кулачок, вот она вот здесь вот прям вот так вот. Кулак, не кулак, а просто не так. Готово? Да. Туда. Да. Надо будет шагать. Обеими ногами. Вот. Надо будет шагать. Я тебе туда подальше буду кидать, как раз. Ты просто пытаешься упасть куда-то туда. Ты не падай, ты попробуй себе подставить ногу и туда уйти. Ну, я понимаю, что он летит где-то ближе, я просто... Нет, отклячиваться не надо, это просто закончится родовлюх на этом и все. Вот, просто ты когда хочешь туда упасть или куда-то, ты просто себе подставь ногу и сделай шаг. То есть, если ты когда вот так вот стоишь, тебе не надо падать, ты можешь просто поставить себе ногу, чтобы туда не упасть. Ты ставишь ногу, вторую и все, отбьем. Готово. Куда? Да. Вот. Не, смотри, на самом деле проблема в том, что ты вот стоишь вот так вот. Вот так. У тебя всегда особенно крайне. Ты даже можешь ниже прогнуться. Ниже гораздо. Если вот. Посмотреть на Макс, он реально вот как-то вот так вот. Вот, и все, тебе нужно сделать. Куда? Да. Вот, сделала шаг. Классно, это так и попробовать. Ну еще, не стесняйся бить по валану. Чё? Шагай. Ты просто опять стоишь на прямых, как у тебя вот этот интерес правый. Да. Ты готов, так пойти сразу. Сделай вот так. Главное не падать. Но ноги сколько будут опять, но вот она будет. Чуть-чуть вперед. То есть бегуны, вот профессионалы, они вот так. Они практически падают. Они бегут, чтоб не упасть. Тебе нужно сюда, ты как бы тоже сторону тянешь, но ты полегче ногу, вторую и отбираешь. Вот, а не пытаешься вот туда упасть, и в падении это все будет эпично. Здесь, конечно, риски вообще не это. Да, падает на землю. Здесь очень неплохо падает. Когда Макс где-то рядом, ты кидает снизу вообще? А когда как? Когда хочет побыстрее, кидает сверху, когда хочет помедленнее, снизу. Да, блин. Нужно еще у Макса взять эту. Я в какой-то дверь передаю сейчас? А то я не отдаю. Все, нормально. Давай, ты видишь? Оля, давай. Обдумай, может сама порепетирует. Вот просто вот тут. Я говорю, порепетирую, просто влево-вправо походить. То есть у тебя вот, собственно, вот это вот движение, бежишь, вообще ничего не надо. Готов? Да.
сколько серий было? Это будет третья. Третья. Ну я, давай. Прям. Давай. О, стой. Не попу отпрячься, а самому вперед поклониться. И коленки согнутые. Я уже всю себя перебарываю, чтобы ничего не отпрячься, ничего не согнуть. Хорошо. Я говорю, немножко вот пятки как будто приподняла, то есть чуть-чуть на центр тяжести вперед. Центр тяжести. Немножко. Зачем как вот шла? И аж идет. Не, просто как идешь, как идешь. Так, мне надо подальше, да? Правой ногой тоже можно шагать. Давай, давай, давай. Вот именно. Туда. Давай туда. Туда. Я серьезно сбиваю. Опять. Шаг, первый шаг правой ногой сделай. Да. Ей просто не ходит. Мне неудобно так. Нет, она когда налево идет, смотри, когда она идет налево, она стоит уходит, она один шаг делает, второй делает. Вот она стоит здесь так. Вот так. Так вот я и хочу, чтобы она сразу сделала. Так, так, так. Ну это надо, наверное, три шага сделать. Пусть сделает три. Если нужно три, то если нужно пять, пусть пять. Главное, чтобы начала двигаться. Я тебе туда прям тут кидать, в самый уголок. Нет, можем поближе маленько. Давай, хорошо, поближе к сетке попробую. Ну и скажи назад сразу. Ай-яй. Не надо трогать свою новую ногу. Рука должна быть сзади. Так, эти мы пропустили. Готово? О, почти. Честно? Туда же тоже надо делать. Давай. Хорошо, хорошо, только побыстрее и ногой тормози. Вот, нет, только ты сейчас прям от меня отвернула. Он бы у тебя назад полетел. На левую ногу. Ой, на правую ногу приходи. На правую. Где у тебя правая нога? Это. Начинай. Опять. Давай. Туда. Вот, хорошо. Сейчас было хорошо правильно. Когда останавливаешься, здесь не надо поднимать так вот, ну, поэтому ты сюда упадешь и обратно уже не уйдешь никуда. То есть ты остановилась, и тебе нужно обратно пойти обязательно. Так, ты блин, нормально, нормально. Я блин тоже. Будем в мире кого-то. Ну это положительно. А? Нормально. Все, попробуем вперед-назад немножко побегать. С этим будет сложно. Вперед-назад. Толя, сзади побили, спереди побили. Смыши подставка. Смыши подставка, смыши подставка. Ну хорошо, давай, для тебя смыши подставка. Для Оли просто задний, высокодалекий. Да, хорошо. Так. Так, понял.
Ой, прости. Ай. Ой, прости. Конечно, вообще накидывает раза в три быстрее. Да. Добежать на заднюю, боком, ударить как можно сильнее, добежать до сетки, подставочка, повторить. Руки всегда выглядят, колени свободно. Не-не-не, не вот так, а вот так. Ты же не знаешь, куда я ударю, а ты стоишь. Готово, да? Ты смотри, извините, ты прям падаешь туда, я прям уже боялся тебя, но хотел на их держать. Вот, боком надо было. Вот тогда был. Боком. А сетка, сетка, кто будет смотреть? Бей! Ну! Даже на желтой линии не долетел. Устал? Да. Олег, а я знаю, кстати, как нам сейчас выйдет. Максим вас сломает. Пока Оля отдыхает, мы можем это, мельницу поделать. Давай. Мне кажется, это будет гораздо лучше. Я точно, ребята, смогу вам так накидать. Я Максиму точно не пойду. Максим тебя научит. Мы тебе просто рассказываем, пытаемся это, а у него прям получится. А Максим ничего не будет рассказывать. Так, давай еще раз. Я сказал, что он тебя научит. Да, он просто отсублумит на твоих языках, и все. Еще спросит, а ты что, устала? Мы же ничего не делали, только начали. Так я не уверен, что я сразу смогу делать. Мне не нужно, значит, давай. Через смеш. Давайте смеш. Смеш, откидка, подставка. Смеш, откидка, подставка. Смеш, откидка. Зря ты второй вал мыть? Да? Да. Все нормально, я просто его не увидел. На фоне окон пролетал. Светит глаз. Ну ладно, давай тогда, знаешь, через укорот. Давай. Потому что смеш мы просто не увидим. Укорот. Откидка. Подставка.
Лука, вот. Отбитка. Подставка. Ой, уходит. Ой. Все. Ну, позоришь, ну что это такое? Нет, не возьму. Слишком загобан. Блин. Да! Как так-то? Почему подписки? Включай. Если что, то лучше автомат. Приходите, может, вот она пойти побить. Ну, тогда мы начнем. Да. Подавай справа. Четный справа, не четный слева. Ты же помнишь, что я подавать не умею, да? Отлично, включить. О, а ты говоришь, что нет. Нет, подожди, скажи. Ты просто махнул и, да? Значит, обычно там счет объявляется, все, когда я говорю... 0-0. Ты сказал, аккуратненько. Так вот делаю. Да, нет, прямо вот рядом. Прямо в углу. Давай далеко.
Тебе придется бежать туда-туда. Далеко. А я сын на тебе шаг приделал. Ты принимаешь. На приеме, да, на приеме Олег подает вот в этот квадрат. В смысле, это Олег подает в этот квадрат. Если он попадет сюда, я не беру, ты не берешь, значит, халяву заработал. Да, значит, я неправильно подал. Да. Вот. А после того, как он подал, мы играем на всю площадку. И там уже смотреть, кому удобно. Допустим, если ты он сыграл коробку, ты сыграл, а тут я остался, он закинул назад. Но ты ушла вперед, я сразу там ухожу назад. И он говорит, зачем тебе тогда назад? Да, ты просто смотришь боковым зрением, куда ушел один, куда не видел. Да. Если ты куда-то не пошла, но баланс туда полетел, скорее всего, я там попытаюсь это, иди в противоположную. Давай, готовься. Максимально рано, пока он максимально высоко. Если хотя бы немножко высоко, да.
То есть, ну, не вот так, да? Вот, потому что, смотри, где так у меня ракета, и где вот так у меня ракета, да? А потом в это время запускаешь. Так. А? Давай. Давай, лови. Хорошо, тогда Отпускаешь?
Хорошо! Класс. Ну, аут, ну ладно. Молодец. Так, один. Вот, смотри, вот ты сейчас как сыграл.
розыгрыш. Так, счет? 9, 2, 3. А, нет, у нас счет. А, ну да, 2. 9, 2. Давай, давай. 9, 2. Давай. Класс. Как Лин, как Лин, да. 3. 9. Готово? Да нет, это уже. 3. Так. Да.
Дальше, чтобы он побегал, а то он стоит на одном месте, отбивает. Может быть, не в то время назад, а иногда вперед, чтобы я туда-сюда.
пришел, ты давно будем тут пройти. Ну, давай бежать будет. Говорить не можно.
Сейчас пока отдыхаем. Сейчас жизнь перед вами понеслась. Что там счет? 5-2. 3, наверное. Thank you.
Ah.